Здравствуйте, новости 24, итоговый выпуск недели, в студии Махач Курбанов. 10-миллионный пассажир авиакомпании «Победа» вылетел в Москву. Делегация посольства Швейцарии в Российской Федерации посетила с рабочим визитом муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Встречи, переговоры и слезы детей. Дагестанская делегация находится в Сирии с гуманитарной миссией. Наш репортаж. По инициативе муфтия Республики Дагестан шейх Ахмада Афанди в Махачкале построят новую городскую больницу. Учреждение, укомплектованное по последнему слову техники, появится в районе завода сепараторов. Муфтий Дагестана лично осмотрел ход работы. Об увиденном в материале Заура Адильгиреева. Строительство современной больницы в самом разгаре. Возведение объекта использует качественные материалы. Медучреждение должно соответствовать всем строительным и санитарным нормам и правилам. При больнице также будет функционировать поликлиника. Возведение проекта инициировано муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. Муфтий в сопровождении инженеров осмотрел ход строительства. Сейчас в этом здании идет реконструкция. После реконструкции здесь будет третья городская клиническая больница. Здесь она рассчитана пока на в данное время на 120 коек. Здесь будет три отделения гинекологии. Будет терапевтическое отделение и будет хирургическое. Все оборудование, все будет современное по европейским требованиям. Стационар рассчитан на 120 койко-мест. Его площадь 4000 квадратных метров. При работе над объектом выполняются требования профессиональных инженеров-строителей, чтобы здание соответствовало стандартам медицинского учреждения мирового уровня. Планируется оснастить больницу всей необходимой медицинской техникой. Возведут ряд новых корпусов, будет удобный пандус для подъезда скорой помощи. За моей спиной кипит работа строителей. Здесь в скором времени откроется новая клиническая больница. Работы ведутся на всех этажах. И в первых числах сентября каждый желающий сможет воспользоваться услугами этого медицинского учреждения. Заур Адильгиреев, Нурмагомед Магомедов, телеканал НТ, Махачкала. 10-миллионный пассажир авиакомпании «Победа» вылетел в Москву. Работает авиакомпания менее 3 лет, но показатели уже высокие. Кто же обнулил число, как встретили и проводили везунчиков, в сюжете моей коллеги Умы Ибрагимовой. Этот день 20-летняя имамата Маханова запомнит надолго, ведь именно она стала счастливым 10-миллионным пассажиром. Хочу пожелать 10-миллионному пассажиру мягкой посадки, счастливого пути полета и чтобы... Такие события были чаще и в жизни авиакомпании «Победа», и нашего аэропорта. Девушка живет и работает в Москве. В Махачкалу приезжает нечасто, 2-3 раза в год. Предпочитает больше наземный транспорт, но теперь участятся не поездки, а полеты, говорит имамат. Я вообще редко посещаю самолеты, редко езжу на самолетах. Большинство бывает на автобусы. Сейчас мне так повезло. Я даже не ожидала, что выиграю. Это удача. Буду чаще ездить домой. Для имамат бесплатна не только эта поездка. Сертификат позволит девушке в течение года вылетать рейсом авиакомпании безвозмездно. Причем лететь она будет в VIP-зале. Это такое знаковое событие и для самой авиакомпании. Все-таки 10-миллионный пассажир для такой молодой авиакомпании – большое дело. И тем более приятно для аэропорта Махачкала. Мы тоже развиваемся, мы тоже идем вперед и стремимся к цифре в 1 миллион пассажиров в год. Авиакомпания «Победа» работает 2,5 года, имеет в арсенале 12 самолетов. Причем с мая этого года введен также ежедневный питерский рейс. Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Делегация посольства Швейцарии в Российской Федерации посетила с рабочим визитом муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Стороны обсудили нынешнее состояние мусульман в Дагестане и Швейцарии, наметили дальнейшее сотрудничество. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди тепло встречает гостей. В их числе чрезвычайный полномочный посол Швейцарской конфедерации в России и Руси ИВ, старшие советники посольства Шюрх Франк, Кальде Дороте и другие. Мы очень рады вашему приезду и надеюсь, что это ваш приезд, ваша встреча, это хоть первая, но не последняя. И вы без нас просто не сможете там терпеть и часто будете приезжать. После приветственных слов Россия ИФ интересуется дагестанской культурой.
спрашивает о том, как уживаются в Дагестане столько национальностей. Дагестан чем-то отличается от других регионов тем, что между нациями здесь братство. Ко мне подошла христианка, взрослая женщина русская, и она говорит... И она мне говорит, давай, говорит, перед пятничным днем сделаем субботник вокруг мечетей. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние мусульман в Дагестане. В свою очередь шейх Ахмад Афанди рассказал о структуре деятельности духовенства республики, а также о том, как муфтият выстраивает работу с населением. Учебные там есть, медицинские, есть институт. В общем, они там получают образование. Мы каждый год мы делаем аттестацию имаму, соответствуют ли они этому, этой работе или нет. Посол Швейцарской конфедерации поделился информацией о мусульманах в Швейцарии. Он отметил, что в их стране такой выстроенной системы религиозной деятельности, как у Дагестана, нет. Но у нас нет, вот главного муфтия. Вот это, конечно, проблема. Швейцарская делегация находится в Дагестане впервые. Их визит продлится всего 2 дня. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Гамзат Нурмагомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанская делегация находится в Сирии с гуманитарной миссией. Ими было проведено множество встреч и переговоров. Цель не просто передача собранных дагестанцами средств для пострадавших жителей, но и изучение ситуации на месте. Делегацию сопровождает и мой коллега Юнус Гитихмаев. Как война изменила жизнь простого сирийского народа, смотрите далее. В когда-то цветущей стране война уничтожила все. С 2011 года Сирию покинули около 5 миллионов граждан. Более 13 миллионов остаются в стране и нуждаются в помощи. Половина из них – дети. Постоянная бомбежка, потеря близких и родных. Тысячи сирийцев стали заложниками сложившейся в их стране ситуации. Отсутствие еды, электричества и даже питьевой воды. Эта сирийская семья уже привыкла к таким условиям. О таких дорогостоящих продуктах, как мясо, они даже не мечтали. Нам очень тяжело. Сирийский народ страдает от нищеты, бомбежек и голода. Мы целый год не ели мяса. Нида на войне потеряла 2 сыновей. Одного убили прямо на ее глазах, второго забрали служить в армию. Вестей о нем нет. Она не знает, жив он или нет. 3-го сына Юсуфа война искалечила. Сам Бог вас послал. Мы больше 5 лет не видели таких денег. А это уже другая семья. Хабиба отсыпается, а старшая сестра в ожидании очередной напасти боевиков. Дети потеряли дом и кров. Отец с братом пропали несколько лет назад. В мирное время мать Хабибы работала в школе преподавателем. Теперь ей приходится учить детей не жизни, а выживанию. История у всех сложная. В городе Хомс таких семей сотни, а то и тысячи. В результате военных действий погибло много сирийских мужчин. Их семьи остались без кормильцев. Женщинам, оставшимся с детьми на руках, приходится жить в очень тяжелых условиях. Не хватает еды и медикаментов. Скрываясь от войны, люди вынуждены проживать в таких убежищах, где спать им приходится на голой земле. Город Забадани разрушен полностью. Бомбили днем и ночью. Люди тут живут в страхе. Забадани был под обстрелом. На крышах стояли снайперы, которые постоянно стреляли. Стреляли по любому переходящему улицу. Даже по пекарне, где люди покупают хлеб. Когда-то тут земля цвела, люди жили в достатке, сейчас для них важна любая помощь. Здесь дагестанская делегация раздала продукты первой необходимости – мясо, рис, масло. Люди находятся в бедственном положении. Из-за голода распространились разные болезни. Хвала Всевышнему, сейчас к нам пришла помощь от наших братьев из Дагестана. Да воздаст им Аллах благом. Воистину, верующие являются братьями. Мы благодарим каждого, кто посодействовал в этом благородном деле.
Более 9 миллионов детей пострадали от войны. Начиная с 2011 года было убито 15 тысяч детей. 50 тысяч остались сиротами, почти 3 миллиона детей не ходят в школу. Эти страшные цифры – последствия жестокой войны в Сирии. Цифры эти, к сожалению, растут, и растут они поминутно. Люди вынуждены из-за бомбежек постоянно менять место жительства. Находиться во дворе собственного дома небезопасно. Горе миллионов истерзанных кровью и бедами людей не стоит ни одна война. Заложниками расчетливости и фанатизма зачастую становятся именно дети, которые все еще надеются на мирное небо над головой. Атикат Магомедова, Юнус Китихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Сирия, Махачкала. Асфальтобетонный завод Махачкалы впервые начал свою работу в 3 часа утра. Так выдача смеси увеличится в 2 раза. Это позволит ускорить темпы реконструкции автодороги между Махачкалой и Каспийском. Руководитель Дагавтодора Загид Хучбаров проинспектировал ход реконструкции трассы. О том, как ведутся работы, расскажет Зумруд Гамидова. 3 часа ночи. На фоне спящего города завод по производству асфальтобетона работает в полную мощь. Завод оснащен самым современным оборудованием. Предприятие автономное, но контроль операторов постоянный. Сырье загрузили и переработали. И уже через несколько минут асфальт готов к отправке. Команда рабочих готовится к укладке верхнего слоя на участке дороги Махачкала-Каспийск. Уже обработанный асфальт отправляют на место реконструкции. Материал позволяет замедлить процесс образования на покрытии дороги дефектов, а также продлевает срок его службы. Ежедневно на объекте задействовано 75 специалистов и около 50 единиц техники. На сегодняшний день на заводе Тюбей в смену мы можем выпустить 2000 тонн асфальтобетонной смеси. Если мы сейчас переходим на двухсменный режим работы, это означает, что за сутки мы можем выпустить около 4000 тонн асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» совместно со столичной мэрией. Реализация программы находится под строгим контролем республиканских и федеральных властей. До начала работ на объекте было много проблем. Имелись разрушения асфальтобетонного покрытия, многочисленные выбоины и ямы. Дорога была сдана в эксплуатацию 10 лет назад и сегодня требует реконструкции, причем на самом высоком уровне. Уже проделана большая работа, и 20 июля трасса вновь будет открыта. Строительные нормы и правила, государственные стандарты. Значит, в рамках этих норм, насколько можно ускорить, мы ускоряем работу. Но к 20 июля, иншаллах, мы этот участок дороги пропустим движение, то так поставил задачу руководитель республики Рамазан Гаджимурадович, чтобы мы вышли на круглосуточную работу. Глава ведомства пояснил, что равномерно снимать изношенный слой дорожного полотна позволяет система 3D-нивелирования, установленная на фрезеровочное оборудование. Использование новшества обеспечит идеальную ровность покрытия на всем протяжении участка. На сегодняшний день отфрезеровано более 4 километров дороги. Произведен монтаж барьерного ограждения с обеих сторон общей протяженностью 13 километров. Работы ведутся с опережением графика на 10 дней. Несмотря на непогоду, разыгравшуюся накануне, которая также вносит свои коррективы в работу организации. Правила какие? Последние годы очень сильно растет грузоподъемность транспорта. Очень сильно растет скорость транспорта, то есть интенсивность движения. Под эту интенсивность движения мы сейчас запроектировали вот верхний слой этой дороги. Снимаем изношенный слой, укладываем полимерную сетку и на нем укладываем асфальт. Асфальт изготовлен по всем правилам. Подается сюда вовремя, в течение 30 минут с завода Тюбей сюда приходит. Вот сегодня начали 3 часа утром. Кроме того, в рамках агломерации Махачкалы с регионального фонда выделено более 600 миллионов рублей на ремонт подъездных дорог столицы. А на средства из федерального бюджета запланирована реконструкция 68 улиц в 2 этапа. Работы уже ведутся. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего хорошего. До свидания.